Медичні працівники – благородна, важлива професія. Без них неможливо уявити життя сучасної людини. На них чекають завжди. Про медичних працівників будемо говорити з Ольгою Мальцевою, заступницею генерального директора КП «Дніпропетровський обласний перинатальний центр» зі стаціонаром ДОР, кандидаткою медичних наук, експерткою ДОЗ-ДОДА за напрямом планування сім'ї. Тож дуже раді бачити вас, пані Ольго, сьогодні в нашій студії. Насправді хочеться привітати усіх медичних працівників, тому що насправді таке свято. Це той день, коли ми всі пригадуємо і медичних сестер, і лікарів, і лікарів різного гатунку. Ми говоримо про те, що без медиків, без медицини життя сучасної людини взагалі було би неможливим, тому що вони рятують світ. Так? Так. І хвилюються, турбуються і переживають різні незгоди, неприємності. І от ми кожного року повторюємо і говоримо про те, що так, це дуже важлива, потрібна, необхідна професія. Отож, на ваш погляд, чи змінилося ставлення до медицини і взагалі, якою вона є на сьогодні? Ну, во-первых, спасибо за такие теплые слова в отношении медицинских работников, потому что действительно это праздник, профессиональный праздник, который один из первых, наверное, получил такой официальный статус. И если говорить о Украине, то с 1994 года мы уже официально каждую третью среду июня празднуем День медицинского работника. Это праздник и врачей, и медсестер, и акушерочек, и фельдшеров, то есть всех-всех, кто имеет отношение к медицине. Отношение изменилось или не изменилось? Наверное, да. Наверное, все-таки изменилось. Такой непростой период жизни прошли мы, наша страна, и вся планета, весь мир. И, безусловно, если и раньше, да, люди понимали, что если плохо, если что-то случилось и какие-то проблемы со здоровьем, то действительно... Ну, какое бы ни было, да, отношение к медицине, но все равно бегут куда? Бегут к врачу, обращаются и надеются на помощь, на квалифицированную помощь. То сейчас, после проблем с ковидом, после того количества смертей, которое было во всем мире, после тех проблем, которые несет за собой эта инфекция, когда люди, переболевшие и выжившие, но тем не менее имеют такие существенные проблемы со здоровьем, конечно, люди поняли, что врачи, что медицина, что как бы это банально ни звучало, но и койко-место, это очень нужно, это очень важно, и да, отношение стало действительно в разы лучше ко всем медицинским работникам. Так, якщо сперечалися ще, можливо, там декілька років, там, не знаю, десятки, так? І така була трошки недовіра, тому що з'являлися різні напрямки нетрадиційної медицини і багато чого, мабуть, вам довелося почути, тому що окрім такого розвитку медичних закладів, також і розвивається інше направлення. І тут треба ще дивитися, варіювати. Там, тобто, чи так використовувати, чи, можливо, так буде краще людині. І мені здається, що зараз медичний працівник, він здатен прилаштовуватися. Тобто, він може порадити людині не лише медикаменти, так, а ще, можливо, і якісь засоби, які більше підійдуть. Там, фізіотерапія, наприклад, чи, можливо, там, якісь лікарські препарати, які, наприклад, там належать до народної медицини там, і так далі. Тобто лікарі зараз більше вміють налаштовуватись і прислуховуватись до самого пацієнта. От на ваш погляд, це зараз працює краще, ніж раніше, чи ні? Ну, безусловно, все розвивається, і можливості, і якісь інші методи лічення, безусловно, з'являються. Саме головне, щоб це все було доказательно з точки зору медицини, да, щоб не назначались якісь медикаменти з сумнівним вообще происхождением, репутацією, дієм, а щоб було доказано ефективне воздействие на тот диагноз, при котором данный метод лечения или данный препарат назначается. И, безусловно, самое главное – это не навреди. То есть все методы терапии возможны. И широкая
распространение на сегодня получили все физиотерапевтические действительно методы воздействия. Когда они показаны, они замечательно работают. Почему же от них отказываются? Это называется комплексная терапия, когда либо один этап лечения переходит в другой, либо назначается все в комплексе, так как это соответствует нашим сегодняшним протоколам, либо каким-то европейским рекомендациям современным. То есть все для того, чтобы помочь пациенту. А с приводу тих протоколів, от часто ми теж чуємо, що у нас на високому рівні є медицина, незалежно від того, як люди хочуть, наприклад, їхати там за кордон, наприклад, лікуватися, бо у нас нібито неможливо, ну це з якихось причин, а лікарі, фахівці дуже сильні. Так? Конечно. Насправді так і є. І матеріально-технічна база у нас достатньо хороша, якщо говорити особливо о учреждениях третього рівня оказання допомоги, наприклад, у нас в обласному перинатальному центрі, і спеціалісти, і оснащення, і поміщення, і операційні, і дневні стаціонари, все те, що дозволяє оказати допомогу на дуже високому рівні. І от ви затронули цей питання, ми якраз не так давно отримали буквально на цій неділі магнит, медицинско-туристический магнит от медицинского организации «Медицинский кластер», который под эгидой нашей облгосадминистрации мы будем развиваться именно в этом направлении, то есть привлекать к себе для лечения, для оказания помощи пациентов из-за рубежа. Ось так. Конечно. Не треба їхати кудись, треба дивитися і шукати можливості, які є у нас. І, можливо, мало хто знає ще. Ну, ми будемо, я думаю, що цю інформацію розповсюджувати, аби більше людей розуміли, що у нас, в нашому місті, є можливостей більше, ніж де б там не було. Конечно. І ось з приводу реформи. Так, нещодавно вона відбулася і вже дала свої результати, свої плоди, як то кажуть. На ваш погляд, чи були вони всі позитивними, чи є можливо, десь мінуси, десь плюси, і в цілому, що можна про неї сказати? Ну, трудно сказать, что реформа произошла, она идет. Иде, она, звичайно. Да, ну, она динамически, да, происходит сейчас. Відбувається. И в чем однозначный плюс? В том, что нас слышат врачебное сообщество, медицинское сообщество. Мы предлагаем какие-то, ну, трудно сказать, усовершенствование, да, но какие-то уже на практике моменты, которые мы попробовали, да, и мы говорим, что лучше сделать это вот как-то иначе немножко. То, что касается тарифов, если говорить о Национальной службе здоровья, да, были вначале разработаны одни тарифы, потом мы говорили о том, что действительно это не соответствует тем затратам, которые идут на лечение данного конкретного случая. И мы были услышаны все, нам пересчитали эти все тарифы. То есть это процесс динамический, он на сейчас происходит, и он происходит действительно в положительном ключе. В положительном ключе и для медицины, и для наших пацієнтів. Платні чи безкоштовні послуги, на ваш погляд, от ви працювали і тоді, коли повністю була безкоштовна медичні усі послуги, так? І вже зараз, коли з'являються платні послуги, то на ваш погляд, як буде працювати все ефективніше? Чи тоді, коли людина буде платити, буде знати щось, вона отримує таку якісну послугу, чи це безкоштовно, але це буде на совісті, як то кажуть, і однієї, і іншої сторони? Ну, если об этом говорить на совести, то на совести, наверное, и когда платные, и когда бесплатные услуги так, медицинские так, оказываешь. Здесь все зависит однозначно только от компетенции и от порядочности медицинского персонала. Поэтому, если говорить о платных услугах, почему об этом мы вообще сейчас говорим? Потому что очень многие лечебные учреждения на сегодняшний день приобрели статус коммунальных неприбыльных предприятий. То есть мы уже предприятие, которое само зарабатывает деньги. Источник этих денег, у нас их несколько источников. Во-первых, это Национальная служба здоровья, с которой мы, как областной перинатальный центр, заключили ряд пакетов и работаем с Национальной службой здоровья и получаем от них, вот месяц прошел, мы отчитались, у нас все это компьютеризировано абсолютно, то есть вся информация о каждом конкретном пролеченном случае уходит сразу на центральный сайт. И можно подвести в конце месяца итоги,
сколько пациентов, с каким диагнозом, в каком отделении, кто из какого отделения куда был переведен. То есть это все абсолютно прозрачно. И НСЗУ по итогам каждого месяца с нами рассчитывается, как с областным перинатальным центром. И надо сказать, что тоже никаких проблем у нас абсолютно с этим не возникает. Если где-то что-то, это все технические моменты с интернетом, с какой-то не совсем правильной регистрацией случая происходит, можно перерегистрировать, переподать свои данные, это все будет учитано, и ну, то есть, тут вопросов нет никаких. Второй источник доходов – это платные услуги, о которых вы говорите. Что такое платные услуги? Во-первых, есть четко зафиксированный перечень, по которому могут оказываться платные услуги. И согласно этого перечня был разработан и утвержден тариф на каждую платную услугу. Есть кассовые аппараты, то есть это все проходит абсолютно официально. Человек оплачивает в том случае, если у него либо нет направления, либо он не заключил декларацию, кстати говоря. Всех призываю заключить декларацию с семейными врачами. Но еще не поздно, так? Не поздно, и очень большое количество жителей нашего города, нашей области это сделали. Но, тем не менее, в день еще попадается 1-2 человека, которые приходят и спрашиваешь, у вас декларация с семейным врачом есть? Нет, а зачем она мне нужна? Очень нужна, заключайте, пожалуйста, все, выбирайте себе семейного врача. И по принципу деньги ходят за пациентом, семейный врач дает направление на консультацию, либо же на стационарное лечение. Мы реализовываем это направление, и таким образом вот и идет вот эта цепочка в Национальной службе здоровья, благодаря которой каждое лечебное учреждение получает финансирование. Угу. А платные услуги – это тоже возможность лечебного учреждения заработать деньги на свои какие-то необходимые нужды, да, для того, чтобы дальше функционировать, развиваться. Ну так, звичайно. Кроме того, треба, щоб був розвиток. Конечно. Обов'язково. Кроме того, есть еще всевозможные там, да, добровольные пожертвования, которые, то есть это все моменты финансирования, какие-то программы, благодаря которым закупаются те же лекарственные препараты и распределяются по лечебным учреждениям. Это тоже момент финансирования нашей работы. А, пані Оля, ну так, треба, щоб все було прозоро, особливо це стосується пацієнтів, які повинні розуміти, за що вони платять, яку вони послугу отримують, і як далі буде супроводжуватись їхнє лікування. Це завжди це питання виникало. І добре, що ми про це говоримо. І якщо є договір, то він справді забезпечить багато в чому безкоштовне лікування самого пацієнта. Як ви думаєте, чи стали зараз ось ваші хворі довіряти більше лікарям? Медичним сестрам, лікарям, стаціонарному обслуговуванню чи, можливо, просто консультаційним лікарям? Ви знаєте, да. Вот да. Не ожидала от вас такого вопроса, но действительно, да. Настолько сейчас больше стало, знаете, какого-то такого взаимопонимания вот на приеме, более как-то активно и просто общаются пациенты, они активнее приходят, у них возникает больше вопросов, которые они задают и на которые они получают ответы. То есть да, действительно... Вышел в контакт, ты так поняли? Да, вот люди все-таки поняли, что без медицины никуда, особенно тот факт, когда у нас невозможно было никуда выехать, да, за границу, и когда те люди, которые даже хотели или просто могли себе позволить, да, уехать лечиться за границу, они все приходили сюда. Надо сказать, что очень многие вкладывали же очень большое все-таки финансирование, оказывали какую-то помощь лечебным учреждениям, оснащали, потому что поняли, что все-таки надо свою медицину развивать, своей медицине помогать, а не при каждом удобном случае. У нас хорошие специалисты, хорошие врачи. Уезжать куда-то и где-то пополнять заработок. Платные и платы, и бюджет других лечебных учреждений, звичайно, других стран. Пані Оля, ну от лікарі і медичні працівники от приготували такий подарунок, так, це кліп, заспівали пісню, і ми зараз маємо можливість трошки послухати і подивитися, і там є фото працівників перинатального центру. Думаю, да, що це буде цікаво. Так, да. Спасибо. Можемо коментувати, так, пані Олю?
Это клип, который сами создали наши медицинские сестры. Им настолько хотелось сделать какой-то приятный сюрприз, какой-то подарок для всего коллектива. Раньше мы всегда День медработника отмечали, мы могли собраться, да, большим коллективом. У нас всегда в актовом зале был какой-то концерт, какое-то массовое действие, либо какие-то там конкурсы для врачей или конкурсы для средних медработников. А сейчас такой возможности у нас не было на тот момент еще. Это у нас мы сегодня знаем, да, что уже снят запрет на такие большие собрания людей, да, мероприятия. А когда мы вот к этому готовились, празднику, вот наши медсестры, наши акушерочки, они, кстати говоря, не только сами этот клип смонтировали, они поют здесь сами. И спевают, они так, сами поют, да. Поэтому это было настолько приятно, если вы видели в социальных сетях, у нас каждый сотрудник нашего перинатального центра поделился этим потрясающим клипом, потому что он действительно настолько добрый, он настолько показывает нашу работу. Здесь вы видите все фотографии в процессе работы. Вот, кстати, наши поют, записывают эту песню в этом кадре, да. То есть, і наскільки це приємно, коли народжується нове життя, так? Коли ви даруєте не просто ось так, а рятуєте, і коли ви бачите, що це здорова дитина, вдалося. Да. А часто так буває, що ось доводиться от на останніх хвилинах рятувати маленьку дитину, там, не знаю, там, маму. Безусловно, у нас же перинатальный центр, к нам в основном поступают все женщины с какими-то проблемами, да, с какими-то перинатальными рисками, с какими-то осложнениями в течение беременности. Поэтому, конечно, и недаром же у нас есть и отделение реанимации новорожденных, недаром у нас отделение постинтенсивного выхаживания новорожденных. У нас часто, к сожалению, рождаются тяжелые детки, которые на этапах вот, лечения и движение по отделениям нашего перинатального центра обретают жизнь, здоровье, и, конечно, мы потом поддерживаем с ними со всеми отношения и контакты со всеми мамочками. 1 июня происходит, если вы видели тоже какие-то наши мероприятия в перинатальном центре, посвященном Дню защиты деток, у нас всегда все эти детки с мамочками, вне зависимости от своего возраста, и может быть уже и 7 лет, они уже и в школу ходят, они всегда приходят к нам на праздник, их приглашают наши неонатологи, они им безумно благодарны. И мы всегда вот устраивали и ранее, и я надеюсь, что следующим летом тоже обязательно сделаем вот такой праздник для этих деток и их мам. Пані Олю, ось є така можливість звернутися вам зараз до усіх медичних працівників, не лише перинатального центру. Я так думаю, що зараз будуть вас дивитися і слухати усі мами і діти врятовані, і їм всім буде цікаво і дуже важливо почути теплі слова від вас. Будь ласка. Спасибо. Ну, медики – це таке поняття, мабуть, їх не буває ні бивших. Вони – це призвання, це стиль життя, тому всіх вас, дорогих наших коллег, я хочу поздравить с этим прекрасным профессиональным праздником. Пожелать крепкого здоровья, пожелать процветания, пожелать счастья, пожелать профессиональных успехов, терпения, всего самого-самого доброго. Пані з праздником. Теж вітаємо вас із святом. Хочеться побажати міцного здоров'я усім медичним працівникам. Вони того заслуговують, як ніхто. Витримки, терпіння, звичайно ж, триматися, як то кажуть. Тим більше зараз ще не завершився той процес з ковідом, з усім. Ну, так будемо сподіватися, що все буде добре. І ми таки подолаємо усі незгоди, усі неприємності. І в нашому житті, як то кажуть, наступить світла полоса і буде все добре. Дякуємо, що прийшли сьогодні. Спасибо, до нашої студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.